Здравствуйте, о событиях пятницы 29 мая в ближайшие 15 минут. В студии Эдуард Прокопьев, сегодня в выпуске. Предвыборная гонка набирает обороты. Свою программу представил руководитель исполнительного комитета Айрат Хайруллин. Самым нашим главным богатством района являются наши жители. Совсем как за границей, в Альметьевске появится более 500 евроконтейнеров. В 5 раз больше, чем было установлено в прошлом году. То есть не надо определенное время выходить на точку. Машина будет приезжать своевременно, ежедневно, и забирать этот мусор. Что любят, о чем мечтают представительницы одной из самых важных профессий на селе и кому посвящают свою победу на конкурсе профессионального мастерства. Такое событие, у меня аж сердце запрыгало, на месте не стоит. В Альметьевске прошел очередной этап внутрипартийных праймериз. Перед выборщиками выступил руководитель исполкома Альметьевского района. Айрат Хайруллин отразил в своем выступлении три основных принципа. В них он видит дальнейшее развитие нефтяной столицы Татарстана. Это открытость власти перед населением, доверие к ней, а также качественная работа чиновников. Руководитель исполкома Альметьевского района Айрат Хайруллин рассказал, что он из многодетной семьи. Родители у него инженеры. Он закончил химико-технологический университет, прошел трудовой путь от рабочего на кирпичном заводе до помощника президента Татарстана по экономическим вопросам. По его словам, главная ценность – это люди. За всеми успехами района стоят конкретные люди – нефтяники, педагоги, врачи и учителя. И поэтому самым нашим главным богатством района являются наши жители. Первая моя задача – это сохранить все хорошее, что было сделано, и сделать еще лучше. Приумножить хорошее, что было сделано в Альметьевске – это задача, которую перед собой и своей командой ставит Айрат Хайруллин. Власть должна быть ближе к народу. Жителям необходимо увидеть открытость власти и доверять ей. А это возможно только при продуктивной работе. Особое внимание в своей программе руководитель исполкома уделил талантливой молодежи. Нужно создать такие условия, чтобы она оставалась в городе, работала на благо родного района. Не менее привлекательным Нефтеград должен стать и для предпринимателей. Повышение инвестиционной привлекательности. Малый и средний бизнес – это та сфера, которая должна развиваться в Альметьевске, и все условия для этого есть. Все остальные направления – здравоохранение, школьное образование, жилищно-коммунальная сфера, сельское хозяйство – это основные приоритеты, которые мы будем каждый день вместе с вами решать. Также со своими программами выступили и другие претенденты на депутатские кресла. Они придерживаются тех же принципов, что и руководители исполкома района. Ведь мы все настоящие будущего нашего города, и здесь нам жить. Благодаря руководству компании и администрации города решаются все возникающие вопросы и проблемы. Но, как говорится, нет предела совершенству. Всегда есть над чем работать. Напомним, выборы президента Татарстана и местных депутатов пройдут в единый день голосования 13 сентября. Ольга Степанова, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. Днем ранее Айрат Хайруллин ознакомился с ходом проведения праймериз в селе Новотроицком. На встрече был утвержден список из 15 претендентов на депутатские мандаты в Совет Новотроицкого сельского поселения. Со многими из них сельчане уже были знакомы, а с остальными познакомились по ходу встречи. В ходе выступлений кандидаты рассказали о себе и о своих дальнейших планах деятельности. После их выступления было проведено тайное голосование. В сельских поселениях Альметьевского района встречи кандидатов предварительного внутрипартийного голосования с выборщиками завершатся 30 мая. К другой теме. В Альметьевске мусор во дворах – нередкое явление. Причина в том, что бытовые отходы вывозили на специальных машинах, которые приезжали в определенное время утром и вечером, что было не совсем удобно жителям. От них неоднократно поступали просьбы установить контейнеры, но ставить металлические по опыту соседних городов руководство района посчитало нецелесообразным. Во-первых, они были без крышек, поэтому рядом с ними постоянно собираются бездомные кошки и собаки, а также появлялись мыши и крысы. Во-вторых, выглядели такие контейнеры, мягко говоря, неэстетично, рядом с домами после капитального ремонта. Тогда было решено установить евроконтейнеры. В прошлом году во втором, третьем и четвертом микрорайонах появилось 114 евроконтейнеров. В этом по городу планируется установить еще 504. В планах охватить детские сады, школы, учреждения здравоохранения, предприятия. В связи с тем, что некоторые люди у нас, население, все-таки привыкли и выносят на старые места, все-таки надо как-то поддерживать эстетический вид города. Хотел бы донести до населения то, что все-таки устанавливаются в городе евроконтейнера для их же удобства. То есть не надо определенное время выходить на точку. Машина будет приезжать своевременно, ежедневно и забирать этот мусор.
И это не все преображения, что в скором времени ожидают нефтяную столицу. Альметьевск становится зеленее. В этом году площадь озелененных территорий по городу планируется увеличить почти на 16 гектаров. Для сравнения, в прошлом году площадь засаживания молодыми деревьями была увеличена всего на 1 гектар. Работы по посадке крупномерных деревьев начались по улице Бегаш. Здесь было высажено 250 сосен и елей. От рынка строительных материалов «Стрелец» до улицы Зарипова по правой стороне высажено 600 деревьев. На улице Шевченко появилось 400 зеленых новоселов, по улице Аминова – 200. Посадку деревьев планируется продолжить и по проспекту Зарипова в микрорайоне Урсала, от троллейбусного управления в сторону Нижней Мактамы, от нефтепровода «Дружба» в сторону города, от Кульшариповского кольца до агропоселка. Силами структурных подразделений исполнительного комитета города, управляющими компаниями, ТОСами и учащимися запланирована посадка 5000 деревьев внутри городских кварталов. Также в рамках реализации программы «Года парков и скверов» в Республике Татарстан была проведена ежегодная республиканская природоохранная акция «День посадки леса». Силами сотрудников Альметьевского и Калекинского лесничества было высажено 28 тысяч саженцев деревьев хвойных пород. В период с 1 апреля по 21 мая посажено более 30 тысяч деревьев. От поводов для гордости к темам не совсем приятным. Руководители краснели за своих сотрудников. На заседании территориальной межведомственной комиссии по повышению уровня жизни и легализации доходов были приглашены руководители предприятий и учреждений, чьи подчиненные больше 2 месяцев не платили за пребывание их детей в детских садах. Как стало известно, немалая доля мам и пап не утруждают себя ежемесячной оплатой. Есть и такие, кто купит долги полугодиями. В Альметьевском районе выявлено 116 должников. Приглашенным руководителям предприятия рекомендовали провести в коллективах профилактические беседы, а управлению образования оперативно сообщить руководителям о задолженности их подчиненных. В отношении особо злостных неплательщиков было решено перейти на крайние меры, а именно передавать информацию в отношении них в суд. К слову, время распрощаться с непочетным статусом должника у родителей есть. Оплатить задолженности нужно до 10 числа следующего месяца. Отметим также, что не оплачивая услуги образовательного учреждения вовремя, родители лишают себя права получать дополнительную компенсацию. Герою следующего сюжета суда избежать не удалось. Опасный свет. Сегодня водители, особенно молодые, предпочитают устанавливать на машины фары от других марок автомобилей, которые по нормативам не соответствуют им, что является грубым нарушением и карается лишением права вождения от 6 месяцев до года. На днях в Альметьевском мировом суде рассмотрели административное дело по данному нарушению. По материалам дела, в начале мая на улице Ленина автоинспекторы задержали водителя за рулем «Део Нексии». Его фары типа H были дополнены газоразрядными световыми приборами, что по закону запрещено. Такие приборы можно устанавливать только на фарах типа D. Соответственно, свет газоразрядных источников света на фарах предназначенного типа H распределяется таким образом, что ослепляет встречных участников дорожного движения, а в зависимости от дорожных ситуаций и метеоусловий создает повышенную опасность на дороге. В результате автомобилиста лишили водительского удостоверения на 6 месяцев и конфисковали газоразрядные световые приборы. Еще одна информация. С 1 по 11 июня в Альметьевском районе будет проводиться выездная работа комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции. 1 июня в 16:00 в здании администрации района по адресу город Альметьевск, улица Ленина, дом 39, проведет выездной прием граждан по вопросам противодействия коррупции депутат Государственного совета Татарстана Николай Кальгин. 2 июня в 14:00 пройдет встреча члена Совета при Президенте Республики по противодействию коррупции Марии Горшуновой с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципальных образований. Встреча пройдет в здании молодежного центра по адресу город Альметьевск, улица Ленина, 21. Результаты выездной работы комиссии Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции станут предметом обсуждений на заседании Совета при Президенте Республики Татарстан по противодействию коррупции. По вопросам противодействия коррупции в Альметьевском районе можно обратиться в комиссию Республиканской экспертной группы по телефону, номер которого вы видите на экране. И в завершении выпуска о героинях нашего следующего сюжета в далекие времена писали
прозу и стихи, посвящали им песни. Речь идет о доярках. Образ румяной девушки в косынке был овеян славой и некоторой романтикой. Сегодня эта профессия называется иначе – операторы машинного доения. Но с годами их труд нисколько не утратил своей значимости. В рабочий день доярки начинаются в 5 утра. Спецодежда, халат и косынка. Доярки рассказывают, у каждой коровы свой характер. С каждой надо найти общий язык. Лишний раз буренку лучше не злить. Взволнованная корова дает в два раза меньше молока. А сегодня день волнительный и для доярок, и для коров. Ведь всю привычную работу нужно делать еще и на скорость. Всего 5 минут 40 секунд на сборку и разборку доильного аппарата. После сразу нужно приступить к дойке. Здесь также медлить нельзя. А уже потом переходили к теоретической части. Неподалеку соревнуются и технологи по воспроизводству крупнорогатого скота. Конкурс операторов машинного доения в Альметьевском районе уже давно стал традиционным. В этом году лучшие из лучших соревновались уже в 46-й раз. Состязания прошли в селе Новотроицком. Люблю жить в деревне. Из-за этого выбрала. С города вот переехали в деревню. Из-за этого устроилась дояркой работать. Была возможность. С животными занимаемся, коровами, молоко доим, обеспечиваем городских. В конкурсе приняли участие 28 операторов машинного доения. Из них 6 совсем юных участников. Амине Мустафиной всего 13 лет, но уже сегодня она определилась со своим призванием. Мне годика не было, я на ферму, меня бабушка на ферму таскала, поэтому я даже не знаю со скольки. У меня дома 2 коровы. Вот я и научилась. Дойка давно стала механизированным процессом, но труд доярки остается тяжелым. Не все выдерживают такой ритм. Ранние подъемы, ненормированный рабочий день, но те, кто продержался какое-то время, остаются навсегда. Опытные мастерицы уверяют, главное в их работе – любить свою профессию. Чтобы быть на первых местах, нужно в первую очередь любить свою работу, любить животных, быть в хороших отношениях с людьми. Если бы мы не любили, мы бы не остались в деревне и не выбрали эту профессию. И вот настал долгожданный момент подведения итогов. Первое место среди ветеранов отрасли заняла Лениза Мустафина с хозяйства «Чулпан». В основном конкурсе операторов машинного доения лучшей признана Светлана Савельева, хозяйство «Первомайский». Среди технологов по воспроизводству КРС победителем стал Виктор Токарев, хозяйство имени Токарликова. Юных операторов машинного доения жюри оценивало отдельно. Всех судей без исключения покорила Амина Мустафина. Ей присудили первое место. И уже перед камерой победительница призналась, что посвятила свою победу самому дорогому человеку. Я, конечно, очень удивилась. Я думала, я максимум второе, третье займу, а тут такое событие, у меня аж сердце запрыгало. На месте не стоит. Я хочу просто, чтобы моя мама гордилась мной, чтобы видела, что я старательная. Я это все делаю ради мамы. Елена Марданшина, Альметьевск ТВ. Напоминаем, на сайте нашей телекомпании продолжается голосование за участников фотоконкурса «Спасибо деду за победу». Поддержите конкурсантов. Голосование завершится 30 мая в полночь. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Пятница Альметьевск».